Мы за всю историю с коллегами, по секрету сказать, 2 дня не могли выбрать абсолютного победителя. Решить было действительно сложно, ведь на фестивале собрались лучшие студенты со всего края. Танцы, пение, театральные постановки и даже медиапродукты. Больше недели непрерывной работы в 8 разных номинациях ради главного приза. Я, например, в ваши годы точно так же и учился, и занимался спортом, и уже на 3-м курсе вуза стал работать на большом горно-металлургическом комбинате, постарался освоить и понять технологическую цепочку, все системы и принципы управления. Награда ждала не только самых творческих, но и самых спортивных. Победителю призеру 2-х зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Абсолютный победитель фестиваля – Алтайский госуниверситет. Серебро завоевал технический вуз, а тройку лидеров замкнул медицинский университет. Это значит, что все труды, все старания, которые мы вкладываем, они оцениваются. И очень приятно, что они оцениваются такой наградой. Я думаю, это очень большой стимул расти, развиваться, не останавливаться на достигнутом и покорять вот не только краевой уровень, но и всероссийский уровень. АГУ берет главный приз уже не первый год подряд. Не помешали даже изменения регламента. Концертные программы, например, проходили на базе ДК города Барнаула. В этом году было принято решение оставить концертные программы на площадках своих университетов. Это как будто бы и стены помогают. Возможность использовать свой университет на максимум, привести зрителей. Теперь лучшие алтайские студенты будут представлять регион на всю страну. Всероссийская студенческая весна пройдет в конце мая в Перми. Данил Кузнецов, «День с толком».